Насосные станции Bright NPS 125, 250, 370. Поставляются в картонной коробке, габариты 305 на 210 на 285 мм, предназначены для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме. При этом автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Мощность в зависимости от модели 125, 250 и 370 Вт. Объем гидробака 2 литра. Служит для аккумулирования воды под давлением и сглаживания гидроударов. Встроенный датчик давления обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса. Глубина всасывания 8 метров. Диаметр входного и выходного отверстий 1 дюйм. Высота подъема в зависимости от модели от 20 до 30 метров. А производительность от 27 до 30 литров в минуту. Преимуществом данных моделей является их компактность и автономность. С полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте fdbright.ru.